Отзыв кода авиакомпании BKR не повлияет на возврат стоимости купленных билетов на ее рейсы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Напомню, ранее авиакомпания пожаловалась на незаконное приостановление действия сертификата и заявила, что в случае отзыва кода возврат средств за купленные авиабилеты станет невозможен. Однако в профильном ведомстве заявили о незаконности подобных заявлений. Если BKR не вернет деньги, пассажиры вправе обратиться в суд. По информации Международной ассоциации воздушного транспорта, в настоящее время индивидуальный идентификатор, так называемый код Z9 авиакомпании БКР, принадлежит авиакомпании данной, и ее не отзывали. Стоит отметить, отзыв кода не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов. Коды авиакомпании используются для передачи информации, связанных с коммерческой деятельностью.